И к праздничной части выпуска столица Чуваши отметила свое 548-летие. Праздничные мероприятия соседствовали с деловыми. Чебоксары стали местом проведения межрегиональной конференции «Здоровые города. Здоровый туризм». Главы городов, представители Государственной Думы, Общественной палаты России, международные и российские эксперты обсудили наиболее эффективные практики в сферах развития внутреннего и оздоровительного туризма. И столица нашей республики. Есть что показать. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так решили организаторы и предложили гостям 3 выездных дискуссионных площадки. Здоровая городская среда, лечебно-оздоровительная инфраструктура, развитие внутреннего туризма. Каждый как наглядный пример того, чего можно добиться, если ставить перед собой правильные задачи. В городе Чебоксары за последние годы активно работает в туристическом направлении. И я думаю, что вы воочию убедились и сегодня вам показали те объекты, которые были построены за последние годы. Увиденное обобщали за круглым столом. Участники конференции – представители более чем 35 городов России и ближнего зарубежья. Напомним, Чебоксары – второй российский город, который вошел в европейскую сеть Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Опыт сотрудничества – более 10 лет. За это время удалось реализовать ряд совместных проектов, в частности, связанных с профилактикой и борьбой с туберкулезом. У вас есть модель, у вас есть возможность, чтобы это тиражировать не только в Российской Федерации, но и в ней. Главное, считают организаторы конференции, создается некая модель оздоровительного туризма, когда отдых, лечение и реабилитация соединяются в одну систему. По итогам работы каждой площадки был сформирован комплекс предложений и мер. В резолюции нашей конференции я предлагаю записать пункт, рекомендовать органам местного самоуправления выделить в отдельное направление деятельность по созданию условий для развития туризма. Все предложения нашли отражение в главном документе конференции. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» и Ассоциацией городов Поволжья. Это ориентир для дальнейшей плодотворной работы, отметили участники форума.